Философская беседа с Джидду Кришнамурти. Был такой философ. То ли я сижу на стуле, то ли стул прильнул ко мне, только оба мы рисканули пообщаться в тишине. По закону тяготения я стремлюсь куда-то вниз, только стул прервал движение, исполняя свой каприз. Он законы притяжения многочленами подпер к позе попы с уважением, словно истинный партнер. Я о стуле мало знаю, но коричневый такой, он меня с собой лобзает, осязая высотой. Свесив органы и движения, я болтаю с ним за жизнь, он внимает с напряжением, задней мысли массажист, а потом в пылу дискуссии аргументы исчерпал, от полученных перкуссий стул сломался, и я упал. По закону тяготения я летел, конечно, вниз. Стул вверху нависшей тенью извергал свой шовинизм. Центр земли еще далече, жизнь промчалась, миг и клип. Время, доктор, время лечит, жалко стула, он погиб.